Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Вестник дури против Михаила Светова. Коммунизм против либертарианства». Интересно. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Сатамор, сегодня хотел бы с вами... О, опять Каджит. ...с вами обозреть видео «Вестника бури». Да. Что-то он оброс. Да, я не знаю, как относиться к этому человеку, скажу сразу, он меня очень подбешивает, и каждый его... Не знаю, хороший человек. Каждый его ролик заказывает мне по оверпрайсу, поэтому дай бог ему здоровья и творческих успехов. Каждое его видео мне хочется разоблачать, потому что он там говорит, даже несет пургу, как говорится, да. Каджит бомбит на коммунистов, видите. Вот, в общем, давайте без лишних слов обозрею его видео, почему Светов не работает, в котором он... Бля, а кто Каджиту опять дизлайков накрутил? Почему у него под каждым видом видео дизлайков больше, чем лайков? Он противопоставляет либертарианство и коммунизм. Угу. Большинство коммунистов искренне в этом не разобрались. Ну вообще, кстати, про либертарианство и коммунизм лучше бы посмотрели видео, где Светов у Семина, и где Светов говорит, что типа, ой, коммунисты, у вас такие прекрасные интенции. Другие сознательно манипулируют людским невежеством, чтобы самим оказаться в положении власти и установить диктатуру. А, собственно, а зачем? Что это было, блядь, сейчас? Подождите. Манипулируют людским невежеством, чтобы самим оказаться в положении власти и установить диктатуру. Рудой косплеит Ежи Сармата или Шевцова. Что это такое, блядь? Что это такое? Он, кстати, с таким выражением лица похож на Бэткомедиана, буквально. То есть у Бэткомедиана у него всегда такое лицо. И как будто это нахмурившийся вестник дури, который пытается понять, что происходит. А, собственно, а зачем он вот так вот пытается сделать, типа... Я тоже не понимаю, если честно. Ракурс необычный. Это косплей Ежи Сармата. А, типа вот одним своим лицом, одним своим взглядом, эмоцию он как-то разоблачил. Разве это не так? Разве не было каких-то политических элит, допустим, в том же самом Советском Союзе, что... Не, он все опроверг, просто... Просто сделав лицо, как у Бэткомедиана. Это лицо Бэткомедиана, который услышал про Солженицына в первый раз. Сталин боролся не за там... И во все последующие. Процветание своего народа, а за... Да, своего народа, да, охуенно. Не, ну, кстати, грузинская Советская Социалистическая Республика, она действительно жила при Сталине, там уровень жизни был повыше, чем в РСФСР. Так что, может быть, да, может быть, в этом был хитрый план. За то, чтобы прийти к власти, вот, разве нет? Зачем? Вот зачем? Ох уж этот Миша Светов. Любитель маленьких анимешных девочек и большой невидимой руки рынка. Аргументы. Кстати, к слову, хочу сказать, я не имею ничего против предпочтений Михаила Светова по поводу маленьких девочек. Я его взгляды разделяю. Более того, это разделяет, собственно, Уголовный кодекс Российской Федерации, который не имеет ничего против половых контактов с лицами, достигшего 16-летнего возраста. А в некоторых штатах России, республиках, даже с 14 лет можно вступать в половые контакты. А более того, без вступления... Ну, я хотел еще привести страны, где тоже достаточно низкий возраст согласия, но я не буду этого делать. Сами нагуглите. Вступление в половые контакты без совершения действий сексуального характера можно общаться хоть с 9-летними девочками, и ничего в этом плохого нет. То есть их можно любить, главное не совершать то, что Уголовный кодекс России считает сексуальными действиями. Как и всякого либертарианца, Светова в большой политике не воспринимают всерьез. Ага, а подожди, а можно как бы сослаться на большую политику? То есть что такое большая политика и кто именно может быть? Ну, в российских реалиях вообще все политические движения, которые не созданы в администрации президента, они как бы тоже не воспринимаются всерьез. Поэтому тут это даже непонятно, это аргумент против Светова или против политики в России в ее нынешнем виде.
к нему не относятся в большой политике серьез, потому что он, ну, не особо популярен, как бы так, нет? Ну, это как бы логично, то есть это все равно, что сказать, к тебе, вестник Буря, в большой политике не относятся всерьез, ко мне в большой политике не относятся всерьез, то есть, ну, это, ну, блин, зачем? Зачем так говорить, пытаясь принизить его? Это логично, что к нему... Не, ну подождите, Светов уже он какие-то митинги организовал, прошу прощения. У меня чашка со стола чуть не упала. Но я вовремя остановил ее в полете. Значит, смотрите, Светов, он же митинги организовывал какие-то достаточно многочисленные. То есть, я не знаю, я не видел, конечно, митингов, которые были бы организованы вестником Дури. Может быть, там намного больше людей собиралось, но, по-моему, у Светова были митинги такие достаточно большие в центре Москвы. Там что-то против цензуры в интернете они митинговали. В какой-то там большой политике, да, возможно, даже Путин о нем не знает, там Медведев, но... Не потому, что вкусы его специфичны, а потому, что он не понимает даже базовых принципов работы рыночной экономики. А вот это уже серьезное заявление, и это, скажем так, это словоблудие. То есть как это Светов не может понимать? Ну, в общем, бремя доказательств. Одни системы провоцируют на индивидуализм, другие на коллективизм. Так, кстати, ну, блин, слишком уж... Ну, кстати, противопоставление индивидуализма и коллективизма, какое оно есть в марксизме, это шауе ППШ бред, на самом деле. Потому что в действительности происходит противопоставление не между индивидуализмом и коллективизмом, а между разными формами коллективизма. Где просто в разных коллективах, в разных коллективистских парадигмах просто поощряются разные формы коллективного поведения. Вот. Но я думаю, так глубоко вестник Дури он как бы не залазит. Я думаю, ему вполне достаточно философии и экономики из 19 века. Нерепрезентативная выборка, то есть всего лишь на основе двух фотографий, то есть ты думаешь, что там была такая обстановка, которая провоцировала людей дарить добро друг другу? Ну нет, допустим, даже элементарный пример продавщицы. Ну, в действительности вот эта вот дихотомия индивидуализма и коллективизма, ее помимо самих коммунистов очень любят традиционалисты, которые тоже постоянно противопоставляют традиционный либо социалистический коллективизм с одной стороны и буржуазный индивидуализм с другой стороны. Хотя в действительности неолиберальная парадигма, она не атомизирует социум, а она подменяет старые формы коллективной идентичности новыми формами коллективной идентичности. То есть на смену таких традиционных форм объединения, как там род, община, семья, церковь, или на смену таким социалистическим, коллективистским там объединением, объединительным моделям, как, там, не знаю, там какой-нибудь пролетарский коллективизм, неолиберальное общество, оно выставляет такие коллективистские формы, как коллектив потребителей, коллектив зрителей, гражданское общество, где все имеют тождественные мировоззренческие установки и так далее. То есть никакой атомизации не происходит. Потому что как бы, если навязывается всем представителям общества примерно одна модель поведения там, и примерно один набор потребительских там, неолиберальных ценностей, то это никакой не индивидуализм, это просто альтернативная разновидность коллективизма, коллективные совокупности коллективных идентичностей и поощрение других форм коллективного поведения. Даже коллективистского, я бы сказал. Поэтому тут, в принципе, вестник Дури, он пукнул в лужу, но он как бы ничего нового-то он не придумал, он просто заимствует некие аргументы из марксистской литературы еще 19 века, которую все последующие марксисты просто повторяют, как попугаи, о том, что вот, с одной стороны, у нас есть, там коллективизм, и коллективизм — это хорошо, когда все вместе, там, сбившись в одно большое стадо, мы там что-то строим, там какой-нибудь непрогресс при помощи американских технологий. А другое дело индивидуализм, когда все плохо. Как ты думаешь, они продавали во благо других людей? Нет. Если им попадало что-то как-то редкое, дефицитное, они это оставляли себе, и на прилавок практически ничего не оставалось. И это, наоборот, система провоцировала людей быть более индивидуалистами, чем при рыночной экономике. Ну, кстати, то, что сейчас транслирует автор ролика, это некая третий альтернативный взгляд на вот ту проблематику, о которой мы говорим. То есть у Рудова у него один взгляд, у меня другой, а у автора ролика вообще третий.
То есть то мнение, которое озвучивает Рудой, оно является конвенциональным только в рамках марксистской парадигмы. Но проблема в том, что марксисты, они как бы до сих пор не могут понять, что марксизм не является научным мейнстримом и не является конвенциональной истиной. Что все, что написано в трудах там, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и прочего, это является конвенциональной истиной только для самих марксистов. Поэтому вот эти вот аргументы со ссылками на какие-то идеологемы диаматчиков, они не являются аргументами, если вы спорите с кем-то, кто не состоит в вашей политической секте. То есть марксисты, они до сих пор этого не могут понять. То есть они ссылаются на определение фашизма там какого-нибудь Димитрова, а им ссут на лицо. И они не могут понять, типа, почему они все в моче стоят, блядь, почему собеседник не удовлетворен определением фашизма, которое дано, значит, алкоголикам без образования, который был честным коммунистом. То же самое в вопросах там индивидуализма, коллективизма, экономики, внешней и внутренней политики и так далее. То есть марксисты, они искренне не понимают, почему какие-то идеологемы, которые являются конвенционально принятыми в рамках их политической секты, почему другие люди вне их политической секты, люди, которые не состоят в их политической секте, почему они не разделяют их мнение, их определение базовых понятий. То есть для них это удивительно. Типа, как это так? Ведь Маркс, он же написал. То есть это примерно как если бы были христиане, которые бы не подозревали о том, что есть какие-то другие религии, и тут они неожиданно сталкиваются с представителями других религий, показывают им Евангелие, а эти люди говорят, что извините, но Евангелие, оно не является священным текстом. То есть это просто, ну как, возмутительно. Типа, как так? Как-то это же слово Бога. Нет, нет. И эта мысль прекрасно иллюстрируется как раз дилеммой заключенного. В защиту социального общества и коммунизма, как бы это ни было иронично, Вестник Бури предлагает дилемму заключенного, то есть дилемму преступников. И по факту эта дилемма заключенного действует в российской власти, когда один чиновник покрывает другого. И да, у них есть какая-то договоренность, у них вот это вот все работает, но опять-таки, это все оговаривается в принципе либертарианства, это все говорится в теории либертарианства. То, что именно вот эта вот система сговора... Да, но проблема в том, что либертарианская теория, она на практике работает так же, как коммунистическая теория. То есть, нихуя она не работает, иными словами. Коммунист-оптимист каждый день носит фрукты в мавзолей. Смешно, смешно. Хотя это старый анекдот. Спасибо, Стас, ты солнышко. Которую неделю не дышит Ленин, нет конденсата на стекле. Может быть только криминальный, да, и эгоистичный, угу. Но не в рамках большого общества, где у людей, у пролетариев нету власти, собственно. А вот если бы преступники были дальновидными и решали... Блять, что это? Не, ну, знаете, вот как бы мне много чего заказывают, но чтобы настолько извращенное БДСМ-порно, я даже не знаю. Решали эту дилемму сообща, то быстро бы поняли, что оптимальная для них стратегия – молчать. Тогда они оба отсидели бы в тюрьме в 8 раз меньше. И с точки зрения теории игр, эта теория называется оптимальной попарой. Ну да, но проблема в том, что в силу, в том числе, своей рациональной природы, люди не всегда выбирают, самые рациональные решения, как бы, и поэтому в большинстве случаев, как бы, зэки стучат друг на друга просто. Ну, точнее, как подследственные, получается. Паретто. И скажу сразу, первый раз, когда я смотрел это видео, там мне показалось самым мощным аргументом Вестника Бури, то есть разоблачением видео Светова. Но потом я, во-первых, понял... Да, но потом ты понял, что в его видео не бывает аргументов мощных. То, что это работает только в идеальных условиях, да, в синтетических, в вакуумных условиях, но прикол в том, что в жизни все абсолютно не так. В жизни не получится там в 100% или даже в 70% случаев действовать рационально, да, и гораздо лучше в этой системе предать человека и получить 8 лет, чем получить 10 лет в случае, если вдруг он тебя тоже предаст, а ты попытаешься действовать рационально, а твой противник нерационально. В общем, да, возможно, в какой-то мере Вестник Бури мог бы быть прав, но всего лишь в философском споре, но не практически. Не, он даже философский спор не вывезет.
Угу. Ну, то есть, да, может быть, он где-то его уделал. В общем, это вопрос какой-то сторонний из области математики. Ну, строго говоря, дискуссия про геноцид русских, которая у него была с Егором Погромом, это своего рода философский спор. Так что, если вам интересно, как Вестник Дури ведет себя в философских спорах, можете дебаты переслушать с Просвирниным. Задач на смекалку третьего класса, но не из области коммунизма и ваших заочных дебатов. В 95% случаев на рынке труда число работников в разы, а то и на порядке превышает число работодателей. Это мне показалось очень глупым. А что, должно быть так, что должен быть один работодатель, один работник? Или как это вообще работает? То есть представь себе крупную компанию в России, допустим, «Магнит» или «Пятерочка». И у них десятки тысяч работников. И это что-то плохое? То есть это создает какую-то математическую монополию? Нет, все они свободно конкурируют. То есть равнозначно, как и работники конкурируют между собой, кто из них лучше работает, так и вот эти две компании, ну их гораздо больше, логично. То есть не должно быть одинаковое количество работодателей, а одинаковое количество работников. Ну, в совке, знаете, тоже не было одинакового количества пролетариев и одинакового количества членов политбюро, членов ЦК даже. Что-то как-то оно не было эквивалентно. Это глупо. Почти всегда вокруг этих работодателей крутят. Да, это глупо, как и все, что говорит Вестник Дури, но, блядь, кого это смущает и кого это удивляет? Ну, кроме тех людей, которые впервые натыкаются на его контент в интернете. Еще и армия безработных. Что это значит? А это значит то... Если у вас в стране есть армия безработных, это значит только то, что в вашей стране нет уголовного преследования за тунеядство и бродяжничество. Вот. А еще в вашей стране нет огромного количества предприятий с низкой либо отрицательной рентабельностью. Так что РНТ. Рудой не тупой. Что работодатели между собой за работников обычно не конкурируют. Опять-таки. Смотря за каких работников, смотря я какой считаю, уровень квалификации у этих работников. А если существует большая безработица среди низкоквалифицированных работников, это не значит, что работодатели не конкурируют друг с другом за рабочую силу. В частности, за рабочую силу из числа высококвалифицированных работников. Так что, в общем-то, Рудой, он даже на этом уровне не понимает, о чем он говорит. То есть он даже это не рассматривает, потому что ему это просто в голову не пришло, в его пустую. Как я говорю, они очень сильно конкурируют, особенно чем выше специальность человека, чем более редкий у него как бы навык, тем гораздо больше они конкурируют. И в чате пишут, если бы в СССР было одинаковое количество пролетариев и номенклатуры, то Союз бы пал на следующий же день после формирования. Да, но зато было бы настоящее равенство. Да, еще, кстати, в Красной Армии во время гражданской не было выбранности командиров. Так что там совсем с равенством все было хуево. Логично, то есть по твоей логике вещей нужно, чтобы дворникам платили по 50 тысяч, то есть платить им не рыночную цену, да, то есть знаешь, если платить человеку больше, чем он зарабатывает, как бы по рыночным, да, по рыночной цене, то это будет не справедливая оплата, это будет благотворительность. И такой конкуренцией работники сбивают себе цену. Ну, с точки зрения марксистов, справедливая оплата — это когда нет прибавочной стоимости, когда как бы все рабочие получают. Но проблема в том, что даже в социалистических странах часть прибыли, она отчуждается у работников и переходит в так называемые общественные фонды благосостояния. И этими общественными фондами, так называемыми, распоряжаются уже не все рабочие, а только самая высокопоставленная номенклатура, которая принимает решения о характере планового хозяйства на уровне всего общества. Да, но с другой стороны, марксисты, которые обвиняют буржуев в том, что они, значит, недоплачивают рабочим в силу теории прибавочной стоимости, коммунисты, они не рассматривают вариант, при котором не только, значит, рабочие, не только работодатели чего-то недоплачивают рабочим, но и рабочие свои рабочие руки продают дороже, чем могли бы продавать в принципе. То есть не только буржуазия наебывает пролетариат с оплатой, но и пролетариат наебывает буржуазию с количеством оплаты. Возможного минимума. То есть ровно до стольки, сколько нужно, чтобы выжить самим, ну и еще в идеале воспитать пару детей. Ну, как бы логично, что конкуренция... Ну, знаете, как бы выжить самому, еще воспитать пару детей, это, в общем-то, в некоторых странах достаточно значительные ресурсы идут на это. А в странах с развитой капиталистической экономикой, если ты
наемный рабочий высокой квалификации, то, в общем-то, для тебя это не проблема. Столько денег зарабатывать, чтобы хватало тебе и еще двух детей примерно содержать.